комплексном центре социального обслуживания города Чебоксары планируют отметить День пожилых людей празднично и весело. Пенсионный возраст – не время для уныния и скуки, утверждают социальные работники и те, кто пользуется услугами этого центра. Я лягушка-квакушка, квак-квак. А ты кто? Вот так в преклонном возрасте можно стать кукловодом и выйти на сцену, даже если ты никаких талантов в себе раньше не замечал. В комплексном центре социального обслуживания населения города Чебоксары с помощью искусства, спортивных занятий учат укреплять здоровье, улучшать настроение и продлевать жизнь. Только в прошлом году услугами этого центра воспользовались более 53 тысяч жителей города Чебоксары. К нам могут прийти граждане пожилого возраста, инвалиды, которые нуждаются в получении социальных услуг. Это понадобный в форме социального обслуживания, по полустационарной форме, это днем приходит к нам. Для них сегодня функционирует около 30 клубов по интересам. Арт-терапия, шитье, глинотерапия, лепкотерапия, гильяширование и выжигание по ткани, квиллинг, искусство бумагокручения, оригами, искусство складывания из бумаги, витражное искусство. Многим пожилым в первое время все это кажется очень далеким, но уже через несколько занятий они полностью погружаются в творчество. Мы учимся друг от друга. Такие здесь творческие кружки. Вот посмотрите, как у нас бабушки здесь хорошо занимаются. Причем творчество, оно поднимает настроение. Настроение поднимает. И жить-то хочется веселее. Сейчас не чувствуешь свой возраст. Поэтому для них встать на каблуки и выйти на подиум не страшно. Особенно, когда демонстрируешь изделия, изготовленные собственными руками. Чувствуете себя красивыми? Физкультура и спорт помогают не только продлить жизнь, но и делают ее активной и полноценной. Ежедневно спортивные группы посещают более 90 человек. Занятия проводятся с учетом возраста и физического состояния. Для тех, кто проживает здесь постоянно, созданы условия, максимально приближенные к домашней среде. О внутренней гармонии заботится штатный психолог. Сегодня, например, она проводит занятия по укреплению памяти. Старость нельзя преодолеть, но ее можно сделать счастливой, интересной и наполненной смыслом. Такого принципа придерживаются в комплексном центре социального обслуживания населения города Чебоксары. Надежда Яковлева, Бахтияр Велиев, Республика.